Церковь, дорогие братья и сестры, предлагаю вашему вниманию открыть вместе со мной Священное Писание, книгу Библию, Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея, 16 глава, мы прочитаем с 13 стиха и ниже. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивает учеников Своих, «За кого почитает Меня Сына Человеческого?» Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах». Дорогая Церковь, братья и сестры, Иисус Христос задает Своим ученикам два вопроса. Первый вопрос касался мнения людей, из-за кого люди почитали Иисуса Христа. Мы видим, что ученики очень живо включились в этот разговор. И они отвечают, «Господи, мы знаем, одни за Илью, за Иеремию, одного за других, или одного из других пророков». Но затем Христос задает еще один вопрос. «За кого вы почитаете Меня?» Здесь написано, чтоб ученики участвовали. Здесь участвует Петр. Петр дает ответ. Симон Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». И вы знаете, в этом ответе, в который произнес Петр, не было его никакой заслуги. Иисус Христос говорит, «Петр, твое счастье, твое блаженство заключается в том, что это не твой разум, не твои возможности, не твои знания открыли тебе, а Мне. Тебе открыл Отец Мой, сущий на небесах». Дорогая Церковь, дорогие братья и сестры, слушатели Евангелия, этим коротким вступлением из этого Писания разговора Иисуса Христа с Своими учениками я бы хотел поделиться своим желанием, своими скромными духовными планами на предстоящий год. Желание моего сердца всякий раз, когда я буду выходить на эту кафедру, я хочу проповедовать весь год, а может быть даже больше, только об одной личности, о личности Иисуса Христа. В центре будет только личность Иисуса Христа. Как вы думаете, настолько потребуется времени, чтобы нам раскрыть личность Иисуса Христа? Вы знаете, я считаю, что это чрезвычайно важное, глядя на окружающий мир, на состояние церкви, на христианство в целом, на мой взгляд, существует очень серьезная проблема. Личность, живая личность Иисуса Христа, она как-то находится, мне кажется, в тени у христиан. Имя Иисуса Христа, оно не исчезло из наших Библий, из сборников, наших песнопений, не исчезло, может быть, из проповедей имя Иисуса Христа. Но живая, реальная личность, она как бы находится, знаете, где-то там в стороне. Мы как-то говорим в целом, в общем, о Господе. И вот этот вопрос, который Христос задал, «За кого вы Меня почитаете?» Кто для вас является лично Иисус Христос? На мой взгляд, чрезвычайно важно. Знаете почему? Потому что христианство, оно радикально отличается от всех остальных религий. Знаете чем? Христианство утверждает, что сегодня Иисус Христос, который когда-то родился в Вифлееме, прожил короткую жизнь на этой земле, умер, воскрес и был вознесен, Он является сегодня реальным среди нас, Он может иметь личное общение и отношение с каждым человеком, кто пожелает и откроет его сердце. Ни в одной религии
абсолютно подобного этого не существует. И я думаю, что в этом самая большая духовная ценность нашей христианской веры. Братья и сестры, вот почему в 15 главе Евангелия от Иоанна Иисус Христос сравнивает себя с истинной виноградной лозой, а верующих людей, нас с вами, с кем? Ветви. Я есть истинная виноградная лоза, а вы веточки, которые связаны с этой лозой. Это не просто красивый поэтический образ, это передача тех реальных отношений, которые Христос хотел, чтобы на земле люди имели со Христом. Люди, которые питаются от этого сока, люди, которые находятся в зависимости от этой лозы, люди, которые приносят плод реальный только потому, что благодаря тому, что они находятся и связаны с лозой. В этой прекрасной картине, в этой аналогии, которую Христос приводит, Он говорит еще об одной личности, Он говорит о виноградаре. Это Отец Небесный, который участвует в этом удивительном процессе взаимоотношений. Это Отец Небесный подвязывает, это Отец Небесный очищает, это Отец Небесный даже отрезает. Это Он участвует в этом удивительном процессе для того, чтобы приносили плод. И это не случайно. Братья и сестры, Христос в Евангелии от Иоанна приводит еще один прекрасный иллюстрацию или образ. Он сравнивает себя, Он говорит так: «Я хлеб жизни», думаю, 5 глава Евангелия от Иоанна, «Я хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Почему оставлено такое обетование? Потому что Христос сравнивает себя с хлебом. Он открывает еще одну очень важную истину, что верующие люди, которые будут жить на протяжении всех веков до того, когда церковь будет восхищена, они будут нуждаться в духовной пище. Ихний дух возрожденный будет нуждаться, внутренний человек будет нуждаться в настоящем духовной пище. Не просто об Иисусе, не просто истории об Иисусе, не просто какие-то рассказы. Они будут нуждаться во Христе. И Он называет «Я хлеб жизни». Он предлагает себя в качестве пищи. «Я хочу, чтобы они питались Мною». Друзья, вы усматриваете вот эту взаимосвязь и параллель между виноградной лозой. Веточка не сама по себе, она на лозе, она соединена с лозой. И только она может приносить плод благодаря тому, что она находится на лозе. То же самое и здесь. Христос, я хлеб жизни. Я только могу насытить человеческую душу всем необходимым, чтобы она не голодала. Вот почему мы говорим, братья и сестры, это Слово Его. Это хлеб жизни. Это близкие отношения, когда мы приходим в присутствие Господа в наших молитвах. Это Дух Святой, который соединяет нас со Христом, питает и открывает нам личность Иисуса Христа. Христос открывает еще один замечательный образ Евангелия от Иоанна, 10 глава в 11 стихе. Он говорит: «Я есть пастырь какой? Но пастырь добрый, но пастырь один не бывает. У пастыря всегда есть кто? Овцы». У пастыря есть овцы. Для чего необходима вот эта аналогия? Христос показывает церкви, верующим людям. Забота пастыря – питать овец. Помните 22-й Псалом? Он водит их куда? На злачные пажити, к водам тихим. Пастырь подкрепляет, успокаивает, проводит через долину смертной тени. Пастырь заботится, поддерживает, взращивает свое стадо. Он не сказал: «Христос, я найму пастырей». Он сказал: «Я есть пастырь добрый». Интересно, в 14 стихе Христос говорит: «Я есть пастырь добрый, и пастырь добрый знает своих, моих, и мои знают меня». Обратите внимание, не просто о нем, они знают меня, я знаю их. В 27 стихе 14 главы Он говорит: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мной», еще больше открывает глубину взаимоотношений. Друзья, мы можем видеть картину доброго пастыря, мы можем слышать проповедь о добром пастыре, читать стихотворение о добром пастыре и петь гимны о пастыре.
Но если мы не знаем лично пастыря, если мы не слышим голос доброго пастыря и не идем за пастырем, мы не его. Мы не его, братья и сестры. Мы не можем принадлежать Господу. Три коротких образа Христа делают очень глубокую картину вот этих личных отношений со Христом, Сыном Человеческим и Сыном Божьим, который когда-то пришел на эту землю как человек для одной очень важной цели – соединить грешного, заблудшего, падшего человека с святым и любящим Отцом Небесным. Для этого Он стал, является истинной лозой, Он является хлебом жизни, Он является добрым пастырем, Он является тем светом, Он является многими-многими образами, которым Он представляет в Священном Писании. Он является первосвященником сегодня для миллионов верующих людей, которые находятся в церкви, которые проходят свой жизненный путь через трудности, болезни, одиночество, испытания, смерть, скорби. Для чего? Чтобы помогать, чтобы предстоять пред Отцом Небесным, чтобы проводить их по этой непростой земной жизни. Братья и сестры, на мой взгляд, существует большая опасность для нас с вами, для наших детей и внуков. Представьте себе, если Иисус Христос не является нашим добрым пастырем, когда Иисус Христос не является хлебом жизни, когда Христос не является моей виноградной лозой, и я не питаюсь Его соком, Его жизнью, и моя веточка, даже если она, может быть, была на этой лозе, постепенно усыхает. Во что превращается наша христианская вера? Братья и сестры, во что превращается то, что мы называем христианской духовной жизнью? Я убежден, что она превращается изо дня в день постепенно в формальную религию. Просто формальную религию. Люди знают, что нужно приходить в церковь, люди знают, что нужно читать, может, по утрам Библию, читать Слово, петь вместе, что-то выполнять, какие-то ритуалы, какие-то формы, что-то нужно делать, участвовать в каких-то, может быть, мероприятиях церковных, но хлеба нету, сока нету, голос не слышим. Братья и сестры, это опасность. Это трагедия каждого человека. Человек становится просто духовным мертвецом. Он посещает церковь и каким-то образом присутствует. Можно принять даже крещение, можно создать христианскую традиционную семью, можно выполнять еще, участвовать в каких-то мероприятиях, и все это без Христа, без Его присутствия, без Его утешения, без Его пастырства, без Его хлеба и живой воды. Что это означает? Какой финал? Братья и сестры, мы сегодня слышали утром, что мы ожидаем Господа. Мы ожидаем Господа, который придет за Свою церковью, и первое событие, которое произойдет, Писание говорит, это внезапное восхищение церкви. Мы верим этому в Писании. И какая трагедия для многих людей окажется, когда нету пастыря, нету хлеба, нету Духа Святого, соответственно, человек остается на этой земле на великую скорбь, на страдания и суды Божьи, которые произойдут на этой земле. Какая ужасная перспектива. Я сегодня открыто говорю к церкви о своем переживании. Потому что сегодня последний вопрос, который был задан к нашей сестре, ваши пожелания, сестра, христианству. Очень хороший ответ. Определитесь. Я бы тоже сегодня сказал, братья и сестры, давайте определимся, кто для меня Христос. Если Он есть Тот, о Котором Он говорит о Себе, я есть хлеб жизни, я есть свет, я есть истинно виноградная лоза, я есть добрый пастырь. Если Он предлагает те свои права на нашу жизнь, как Господь, если Он тот, который пришел, чтобы вести по этой жизни, соединившись с нами, и сделать нашу жизнь с избытком, братья и сестры, то сегодня требует от каждого из нас серьезного анализа.
наших личных отношений с нашим Господом. Есть ли выход в этой ситуации, братья и сестры? Священное Писание знало и знает, и Господь знал, как будут развиваться события на этой земле, что будет проходить такой духовный упадок, что люди будут ослабевать, падать, кто-то будет становиться просто номинальным, формальным, мертвыми христианами. И апостол Петр тогда еще, глядя в перспективе вперед, он говорил так: «Ибо вы были как овцы, блуждающие, не имея пастыря». Вторая глава, 25 стих, второго послания Петра говорит: «Были как овцы, блуждающие, не имея пастыря». Но потом он говорит драгоценные слова: «Но возвратились, возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших». Братья и сестры, есть путь сегодня, когда церковь на земле возвратится к доброму пастырю. Вы знаете, мы живем в непростое время, время огромных возможностей и доступа, огромного, колоссального доступа к различным информационной, скажем, духовной пище различной. Друзья, это хорошо, что есть возможность сегодня обогащаться, слышать, читать, не выходя из дома, иметь целую библиотеку, различные книги. Все это хорошо, друзья. Но это никогда, слышите, никогда не заменит хлеба, жизни. Никогда не заменит этого живительной влаги, сока, который дает Господь, вдохновляя нашу жизнь, когда мы проходим трудности, опасности, искушения, переживания. Это никогда не заменит личного пастырства нашего Иисуса Христа, который говорит: «Я твой пастырь, я возьму тебя за руку, я проведу, когда не будет иметь силы нести, я понесу тебя, если не сможешь идти сам, я понесу тебя, я доведу тебя до своей цели». В начале существования церкви, когда еще не было, братья и сестры, написанного Евангелия, понимание личности Иисуса Христа было основано, знаете, на чем? На личном свидетельстве апостолов. Апостолы, которые жили с Иисусом Христом, видели, слышали, учились. Иоанн возлежал даже на груди, слышал биение сердца Господа. Они передавали из уста в уст, они передавали слово живое. И это было той духовной пищей для многих-многих людей. Но когда к концу первого века сформировался Новый Завет и были написаны полные Евангелия, было написано, братья и сестры, удивительным образом евангелист Иоанн передает свое отношение об Иисусе Христе. И он начинает только, он, скажем так, условно получил это перо в руку, и Дух Святой вдохновил его: «Иоанн, пиши!» И Дух Святой побуждает его сердце: «Смотрите, с какой красотой, с каким величием и с какой, знаете, удивительно, он пишет об Иисусе Христе». Первое послание Иоанна, первая глава, первых и два стиха прочитаем о том, что было от начала. Иоанн, что ты хочешь сказать нам? О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. И второй стих: «Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». Братья и сестры, кто мог передать, если бы Дух Святой не вдохновил? Какая поэзия, какая мудрость человеческая могла передать вот это величие нашего Господа о слове жизни? Это только маленькая частица того, что апостолы передали о Христе. Помните, как Иоанн записывает, заканчивает свое Евангелие. То, о чем Христос говорил и делал, сколько нужно было бы книг? В миру не вместить всех этих книг, братья и сестры. Это удивительные, уникальные книги Нового Завета, четыре Евангелия. И благодаря им мы имеем прекрасную картину жизни нашего Господа, Его рождения, Его учения, Его жизни, Его смерти, Его воскресения. Знаете, братья и сестры, у меня такое желание есть и доброе как бы предложение ко всей церкви. Вот в этом году начните читать все четыре Евангелия. Давайте вместе начнем читать Евангелие последовательно, начало от Матфея и заканчивая Иоанна. Вы удивитесь, настолько ваше сердце, ваш разум, ваше мышление,
ваша повседневная жизнь за столом, с детьми, с внуками, с молодежью, друг с другом заполнится, друзья, вытеснит все другое. Суета, второстепенные вопросы, обсуждения, тиктоки, инстаграм и все прочее уйдет на второй план. Почему? Я сегодня читал об Иисусе. Что ты читал об Иисусе? Я читал вот об этом, что ты читал. Как прекрасно, когда дом молитвы наш наполнится гимнами об Иисусе Христе, стихотворение, наша жизнь, братья и сестры. Почему? Пройдет, братья и сестры, времени, и мы начнем видеть перемену. Мы начнем говорить, как Христос, мы начнем думать, как Христос, мы начнем поступать, как Христос, мы начнем прощать, как Христос, мы начнем относиться друг к другу, как Христос. Христос вытеснит, братья и сестры, наше «я», нашу гордость, наше человеческое. И в этом есть цель нашего Господа, в этом есть цель Отца Небесного, для чего Он создал Церковь. Готовя эту первую проповедь, у нас не так много времени, о личности нашего Господа я размышлял о том, с чего начать об Иисусе Христе. Если вам бы задали, с чего вы начнете об Иисусе Христе? Вифлеемских яслей не пойдет. С Нагорной проповеди не пойдет. Если у него начало, тот, который сказал в книге Откровения, 1 глава, 8 стих, «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, который есть и был, грядет». Если у него начало. Знаете, братья и сестры, когда я готовил к эту тему, готовился, я был просто потрясен, с кем мы имеем дело, кто пришел на эту землю и в каком пренебрежении он сегодня в христианстве. Можно иметь кресты на церквях, на Библии, еще где-то, можно говорить и петь, а можно утратить. Как это произошло, помните, Джон Буньян описывает ситуацию, когда в городе по имени Душа Эммануил ушел. Эммануил ушел из города, и страх Божий бежит, возвещает и говорит: «Эммануил ушел! Эммануил ушел!» А беспечность останавливает, говорит: «Почему ты создаешь панику? Все хорошо, у нас все хорошо!» А страх Божий говорит: «Эммануил ушел!» Дорогой христианин, дорогой член церкви, братья и сестры, я хочу сегодня вам и себе задать вопрос. Эммануил где? Я думаю, что мы прекрасно понимаем, что, говоря о нашем Господе, мы не можем начать Его описание или говорить с вифлеемских яслей. Иоанн помог нам в этом, братья и сестры. Евангелист Иоанн помог нам в этом, и он прекрасно только в Евангелии уже от Иоанна, не в послании, а в Евангелии. Первая глава, первом стихе он начинает так. «Вначале было что или кто? Слово. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было кто? Бог, вот кто является для нас Иисус Христос, добрый пастырь, дорогой слушатель. Христос является Богом». В 14 стихе, драгоценный стих, он вновь показывает красоту и величие Господа. И это Слово, которое является Богом, стало кем? Стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Исходя из этих двух стихов, мы ясно видим, что Иисус Христос – это Бог, который в определенное время человеческой истории принял через рождение плоть человека и стал Сыном человеческим, совершенным человеком. Поэтому все Писание, когда оно говорит о Христе, говорит как о Сыне Божьем и Сыне человеческом. И всякий раз, братья и сестры, когда мы будем проповедовать об Иисусе Христе, раскрывать Его личность, настолько это возможно и позволит нам время, братья и сестры, мы будем иметь в виду, мы будем говорить как о Сыне Божьем, о Боге и Сыне человеческом. Это чрезвычайно важно. Вы знаете, говоря о божественной природе Христа, у меня есть немножко времени, несколько минут, говоря о божественной природе Христа, очень важно отметить следующую важную деталь.
В богословии существует один термин, который используют для обозначения существования Христа до Его воплощения. Этот термин называется «предсуществование». Понимаете, да, значение его? Предсуществование. Что имеется в виду? Истина, которая показывает, что Первая Церковь придавала этому моменту очень серьезное значение. Христос был всегда. В истории Вселенной не было мгновения, когда личность Иисуса Христа когда-то, где-то начала. Он начало, Он первопричина. Христос не мог. Знаете, братья и сестры, если бы этого не было так, то вопросы, связанные с личностью Иисуса Христа, потеряли бы всякий смысл для христианской церкви. Первое. Учение о Троице не соответствовало бы истине. Второе. Христос не мог бы претендовать на свою божественность. Третье. Христос не мог быть Творцом и Создателем Вселенной. Не мог быть. Христос не мог быть Спасителем, если бы, потому что только Бог спасает. Родишь же Сына и наречешь Ему имя Иисус. Почему? Потому что Он спасет своих от грехов их. Но Христос является Господом. Писание ясно говорит, что Христос был прежде. Прежде Иоанна, Христос был прежде Моисея, Христос был прежде создания мира, Христос был в начале, Он был одним вечных, Он будет существовать вовеки. Я сокращаю свою проповедь, потому что тексты Священного Писания говорят, их не называю об этом. Братья и сестры, исходя из этих двух вот этих стихов, которые мы с вами смотрели, Евангелие от Иоанна, в начале было Слово, Слово было у Бога, и 14 стих, мы ясно видим, что Иисус Христос – это Бог. И мы должны, братья и сестры, каким образом относиться к этому? Это чрезвычайно важный вопрос. Знаете, история церкви, обратите внимание, история церкви свидетельствует, что уже в первом веке начали появляться различные еретические взгляды, ложные учения, связанные с пониманием личности Иисуса Христа. И это были именно вопросы, связанные с божественной природой Христа. Кто есть Иисус Христос? Множество, я не буду приводить сейчас эти примеры, их множество, этих лжеучений, имена, которые история Священного Писания упоминает, некоторых из них, а история Церкви говорит. И вы знаете, благодаря только одному факту очень важному, было написано Слово. Было написано Слово, и благодаря этому Слову Церковь смогла устоять. И апостол Иоанн говорит, упоминает этих людей, говорит, что много лжепророков появилось в мире, которые не исповедуют Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Много появилось, которые не исповедуют. И только благодаря тому, что было написано Слово Церкви, было что ответить лжеучителям, лжепророкам и все, которые отвергали Иисуса Христа как Господом. Почему так важно верить, что Иисус Христос является Бог? Божественность Иисуса Христа – это одно из самых важных и решающих вопросов, ответ, на который затрагивает самую суть христианской веры и нашего спасения. На вопрос, как мы можем знать, что Иисус Христос не просто плотник, не просто Сын человеческий, но является Богом, только один ответ – так написано. Так сказал Господь, так передал Господь в Своем Слове. Евангелист Иоанн, 1 послание Иоанна, 5 глава, 20 стихе, он пишет так. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свой свет и разум». Для чего этот свет и разум Бог дал нам? Да познаем. Обратите внимание, Бог дал способность понимать, знать. Это не просто какое-то впечатление, это не эмоциональное переживание, это не какая-то не сходит на человека, какая-то, знаете, особое состояние. Говорит, Бог, Сын Божий, пришел и дал людям нам свет, и дал, обратите внимание на слово «разум». Наш разум человеческий способен будет понимать Бога истинного, и будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе,
сей истинный кто, брат, сестры? Бог. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. За это исповедание Иисуса Христа Богом и Господом. В первом веке и в последующих многие христиане заплатили огромную цену. Знаете, известный еврейский историк Иосиф Флавий, он отмечает очень важный момент. Когда евреи отказывались участвовать в поклонении культу императора, они отказывались называть его, помните как, Господом, потому что император присваивал себе этот титул. Они отказывались его исповедовать, называть Господом, потому что они глубоко верили, что этот титул, это высокое звание может принадлежать только личности одной, Иисусу Христу. И Господь достоин этого звания. Библия дает нам ясное понимание, что Христос – это Бог еще по одной причине очень важной. Иисус Христос обладает всеми божественными атрибутами, которым присущи Богу Святому. Я только их назову, эти атрибуты, братья и сестры, у нас нет времени. Христос вечен, как мы уже говорили. Он безначален, Он бесконечен. Христос, как Бог вездесущий, наполняет абсолютно всю Вселенную и везде. Христос обладает всемогуществом. Христос, как Бог, неизменен в своей милости, в своей благодати и в своих словах, и в своей верности. Помните, я только приду просто один пример. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 47 стих. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит к нему: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Вот, казалось бы, простой такой разговор, простая ситуация. Христос говорит: «Я видел тебя». Ну и что? Реакция Нафанаила, братья и сестры. Он не задает лишних вопросов, как, где, когда. Он тут же исповедует Иисуса. Обратите внимание, 49 стих. Отвечает ему: «Рави, ты Сын Божий». «Рави, ты Сын Божий, ты Царь Израилев». Вот то, о чем апостол Петр пережил, где он сказал: «Ты Сын Божий». Он говорит: «Христос, не плоть и кровь открыли тебе, но это Отец мой сущий на небесах». То же самое пережил и этот ученик Нафанаил. Он пережил вот это откровение: «Рави, ты Сын Божий, ты Царь Израилев». Можно говорить много о атрибутах Иисуса Христа. Хотел бы просто подвести короткий такой пример или текст Священного Писания. Послание Колоссянам, 2 глава, 9 стих, говорится об Иисусе Христе: «Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно». В Нем обитает в теле Его вся полнота Божества, то есть все личности, Его атрибуты Бога обитают в Нем телесно, находясь в Его теле. То есть все качества, присущие Богу Отцу, были у нашего Господа, как вечности до Его воплощения, так и при Его жизни, находясь в теле. Он прощал грехи, как Бог. Он воскрешал из мертвых, как Бог. Он имел власть над духовным миром, освобождая людей от бесов, нечистых духов, как Бог. Он повелевал стихиям, как Бог. Он совершал чудеса, многие, и приказывал повиноваться бурям, волнам, всем бедствиям, и это делал как Бог в своей власти. Короткий итог нашего сегодняшней темы. Какой можно сделать практический вывод из нашего рассуждения? Понимание того, что Христос – это не просто гениальная личность, это не просто плотник, и что Он совершенный Бог, который воплотился в тело человеческое с одной единственной целью – спасти человечество. Братья и сестры, имеет сегодня величайшее значение не только, где мы будем проводить вечность, но имеет значение для нашей повседневной жизни. Братья и сестры, если Он Бог, и если Он дает такие удивительные возможности для своих последователей, учеников – питаться им,
слышать Его голос, идти за Ним, иметь близкие отношения. Братья и сестры, Христос сказал: «Сия с вами, как надолго? Во все дни до скончания века». Я бы хотел, друзья, для тех, чей образ не в Библии, не в сборнике, не где-то, может быть, в книгах потускнел, сегодня могли посмотреть: «Господи, оказывается, Ты можешь приходить в нашу реальную жизнь, повседневную жизнь, в нашу комнату, в нашу детскую, в нашу кухню, там, где мы работаем, там, где мы болеем, там, где мы искушаемся, там, где мы находимся в различных обстоятельствах, Ты можешь сегодня быть с нами». Да, братья и сестры, для этого Христос и пришел. Вот поэтому я считаю, Он достоин того, чтобы мы могли внимательно-внимательно исследовать Его личность, читать о Нем, исследовать Его и поклоняться Богу нашей жизни, в наших семьях, в нашей церкви, в нашей уединенной комнате. И сейчас я бы хотел вас пригласить, братья и сестры, к совместному поклонению, поклониться тому, который достоин, потому что Он Бог. Аминь. Давайте помолимся.